Рабочий день у меня начинается где-то примерно в 5 утра. Прохожу сюда, прохожу механика, медосмотр, подхожу к своему автобусу, который у меня стоит в ряду, и выезжаю на линию. Так начинается каждое рабочее утро водителей в МУП ОРТ. Выезжают на маршрут они только после всех необходимых проверок, чтобы рабочий день как для пассажиров, так и для водителей прошел без неприятностей. Роман Шульгин работает в ОРТ почти год. До этого был водителем на коммерческих перевозках. Условия там были другие, куда жестче. А на зарплате это никак не сказывалось. Здесь же, говорит, и зарплата лучше, и социальные гарантии имеются. Тут гарантии, во-первых, отпуск больничный, зарплата вовремя, график нормированный, нормированный рабочий день. Сейчас многие друзья и коллеги Романа перешли работать с коммерческих маршрутов на городские. Благо, места есть. Еще в начале осени в Рязань поступило 85 автобусов из Москвы. И почти сразу же появилась потребность в увеличении штата. В связи с этим МУП ОРТ объявляет набор водителей. Здесь представляются все льготы согласно Трудовому кодексу. И, что не менее важно, хорошая зарплата. За последнее время нам удалось хорошо повысить заработную плату водителям. Полагаю, что в период, когда многие работодатели, наоборот, снижают зарплату, закрывают свои организации, можно говорить о том, что мы добились успеха. Плюсом ко всему, сотрудникам МУП ОРТ предоставляется большой отпуск – 41 день вместо привычных 28. Также водители имеют право на досрочный выход на пенсию. Рады видеть новых водителей в нашем коллективе. С удовольствием примем граждан СНГ, у которых есть право работы в России. Всех ждем на собеседование. Радио Заводская, 35. Вот эти новые автобусы сейчас ждут своих водителей. Рабочие места есть, нужны только ответственные добровольцы. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».